По данным Федеральной миграционной службы, за первые 4 месяца 2013 года на территорию России въехало около 6 миллионов иностранцев, а более 10 миллионов уже находятся в России. Рязанская полиция проводит свои рейды по мигрантам. Так, на сайте ведомства появилась информация о проверке объектов, где изо всех сил трудятся во имя процветания России матушки граждане с юга. Задержали более 40 человек, и только у 10 документы были в порядке. А у троих вообще никаких документов не было. На пол, лицом вниз! Руки за голову! Руки за голову! Быстрее, быстрее, быстрее! Штрафанут за такую организацию нелегкого наемного труда и работодателя. Во всяком случае, протокол на него составлен. Если он не сумеет всучить взятку, то попадет на большие деньги – до 800 тысяч рублей. К сведению, в прошлом году мигрантами в России было совершено более 42 тысяч преступлений. Такие данные привел первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Чекалин в ходе недавних парламентских слушаний. По его словам, преступность среди мигрантов только в Москве выросла на 42%, а число совершенных ими тяжких и особо тяжких преступлений на 72%.